Всем привет, ребята. Погодка нам дает. На улице сентябрь, но погода прям летняя стоит на самом деле. Вышел осмотреться, еле-еле прям пробились мы практически до места. Вот сейчас осмотрелся немножко, нам сейчас вот туда идти надо будет. Здесь-то мы уже не смогли проехать, сами видите, деревья огроменные. Мы их не сможем уже УАЗиком сдвинуть, чтобы проехать. Вот, так что вот так вот. Ну и сейчас беру рюкзак и идем на место, приступаем копать. Лосиных мух до хренища. Жуть какая-то с лосиными мухами, да? Сейчас там, сейчас туда прошелся чуть подальше, прям его облепили. Я не успел. Капец вообще. Походу не зря, ребят, мы прям пробирались. Иду, первый сигнал буквально только включился. Где-то минут до 5, наверное, не прошло даже. Выкопал такую ямищу. И здесь у нас где она? Где? Вот она, целое колечко. С эмалями, походу. Вот этот 17-й, 18-й, наверное. Сейчас мы его помоем, посмотрим. Шик. Вот она. И чик, баллончик не забыл. Сейчас. Камешка. Не, да, ребят, с эмалями. Он с эмальками. Ух. Хорош. Вообще. И желтые эмальки даже видно. Вот это да. Класс. Поаккуратнее с ним. Ох. Смотрите, какой шедевр-то. Желтые эмальки, все видно прям. Ух-ух-ух. Красота. Вот это перстачок. Опа. Выкопали. Ух-ух-ух. О, вижу. И это у нас кругляш, ребят. Это у нас кругляш. Ну, по крайней мере, пока кругляш. Сейчас. Ох, сохран. Да, сохран здесь очень бодрый. Ребят, по размеру на деньгу смахивает. Ох ты. Ничего себе прелесть. Вот как не радоваться таким сохраном. Зеленочка, чуть он только все. 31-й год, да? 31-й год. Офигеть. О, шикарный. Гурт какой красивый. Ох. Ты. Зацените. 1731 год сохран-то. Это вообще просто. Просто шедеврально, можно сказать. Сохранчик, гурт красивый. Прелесть какая. Сигнал низкий, но цветной. Сейчас попробуем посмотреть. Две проволочки, кстати, попалось, какие-то алюминиевые. Скачет, блин, сигнал и низкий. А? Что-то тут. Здесь. Ох, вижу, что так. Или полезное колечко. Или не полезно, ребят, перстенек. Фух, перстенечек сейчас. Охренеть. Как-то раньше к ним спокойно относился. Сейчас прям, ну не знаю, сейчас прям, блин. Что крестики, что перстенечки. Вообще, ой, тут тоже весь он. Он с узорчиками.
Ну, камешка видно, что уже нет. Да, камешка отсутствует. Ух ты, ребят. Какой шикарный-то, а? Тут тоже он узорчики здесь. Идут узоры. Приятный-приятный перстенечек. О, как на пальце смотрится. Прикольный. Сейчас скажете, нельзя одевать чужие. Ну, одевать-то, может, и можно, носить не рекомендуется. Чужие перстня. Хотя это суеверие, по большей части. Красавчик вообще. Это вообще, конечно. Ребята, место-то радует, прям, честно сказать. Поехали, как бы так. Мы поедем, с разведочки сгоняем, посмотрим, что к чему. Вот. Погода сухая, думаю, пролезем до места. Ну, практически до места мы и пролезли. Честно говоря, не рассчитывал я на то, что как бы вот прям вот так попрет. Вот поляна, по сути. Одна вон там находка, вон там другая была, вот она третья. И вот эта полянка, вот пока сейчас на ней кружу, сейчас туда вот пониже пойду, вон туда вот пойду схожу. Леха на той стороне вот, ображечек маленький, на ту сторону пошел. Там что-то вызванивает. И ни одной капухи. Так что это вдвойне приятно. И глубоко. Сигнал очень-очень хороший. Так. Или мимо, или не выкопал. Ага. Есть. Есть сигнальчик. Когда сигнальчики, это всегда радует. Когда... Опа! Монетка. Монеточка. Помоем. Помоем ее. Ох, ребят, полушка. Ну, а видите, перстень, полушка, 734 год, по-моему. О, место-то какое шикарное. С таким, с выгрызом. Кто-то хотел кушать, отгрыз у полушки. Вот она, прелесть. Сохран-то, смотрите, какой вообще. Сохран, кстати, бомба. Год. Анна и Анна, полушечка. Да, бомбезный сохранчик. Вот такие монетки-то какие. Приятные. Любо-дорого. О, слышу сигнал. Алексей там что-то вызванивает тоже. Фу, на полянке пока на этой. Вон такая большая полянка. Грибочек. Видите? Грибочек. Эх, жаль, прибор на грибы не срабатывает, но... Сигнал очень высокий. Глубина, кстати, приличная. Не прям штык, но что-то ближе к штыку. Надеюсь, что-то хорошее будет. Мусора, кстати, пока нет. Никакого. О, пару железочек для видимости. Для видимости выкопал пару железочек. Так, что-то здесь где-то. Еще разок. Ага, тут. Сигнал хороший, кстати, очень. Что-то тут. Оп, монета. Монетка. Это же надо такому случиться, ребят. Неужели мы на клондайк напали? Ох, ребята. И это полушка. 730 год.
И вот она, вашему вниманию, сохранище. Вот он. Прекрасный вообще сохран, конечно. Но здесь что-то непонятное. Ну не, его он видно все, да. Наростик небольшой. Но орла очень хорошо видно. Вот так вот. Находочки прут потихоньку. Ребятушки, ну что, на сегодня заканчиваем. Короче, место мы нашли. Местом очень-очень довольны. Вот. По сути, сегодня я отснял материал аж на 2 видео. Фу, вот так вот выглядит здесь все. Ну, очень здесь на самом деле красиво. Камера всегда не передает. Вот. Вот вторая полянка. Точно такая же с другой стороны полянка была. Здесь тоже находочки идут. Здесь еще достаю, еще, правда, не ходил. Вот. Но приедем обязательно сюда через пару дней и будем уже плотную ходить. Приедем часа вообще 4-5 утра, приедем пораньше, короче. Самое главное, чтобы не было дождей. Вот, так что первая часть на сегодня заканчивается. Вот такого местечка зачетного, очень зачетного, классного места. Вот. Все, короче, следим за новостями на канале, следим за новостями в группе. Также не забываем, ребят, про мой второй канал «Другая жизнь». Все ссылки будут в комментариях и под этим видео в описании. Вот, так что, кто не подписан, обязательно нажимаю кнопочку «Подписаться». Ну и все, всем пока, до новых встреч.